В сфере туризма нужен прорыв, так заявил глава государства на выступлении с посланием народу Казахстана. Касым-Жомарт Токаев отметил, что туристическая сфера республики отстает от других государств. Нужно задействовать туристический потенциал страны. В сфере туризма должны быть реализованы прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов. Мы отстаем от других государств, отметил в своем послании глава государства. В целом необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов. Нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес. Акмолинский регион занимает территорию, чрезвычайно благоприятную для развития туристского бизнеса. Для привлечения иностранного капитала, а в дальнейшее развитие курортной зоны, большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. С начала года область посетили порядка 800 тысяч туристов. До конца года планируется принять около 1 миллиона. На самом деле, на сегодняшний день, да, туризм развивается, и после пандемии все показатели в данном направлении увеличиваются практически в 2-3 раза, в том числе и по Акмолинской области. У нас за последние 3 года идет рост количества туристов, рост объема инвестиций, рост иностранных туристов. И на сегодняшний день, конечно, с учетом задач, озвученных в послании, потенциал Акмолинской области необходимо, конечно, в туристической отрасли развивать и приумножать. Если говорить по 15 инвестиционным проектам, то Акмолинская область как минимум может претендовать на 1-2 проекта, которые станут якорем или локомотивом в развитии туризма в целом в Казахстане. На сегодня объем инвестиций в туристическую отрасль региона составляет 18,8 миллиардов тенге. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Зарина Беккалиева, Медет Кайркенов, Джамбыл Балтаев, Кукши, Ахпарат.